Всем привет, ребята. Я хотела снять начало из дома, но не вышло. Короче, по-моему, Настя реально скоро переделается во влогера какого-то. Что вы думаете? В этот раз я иду с другой девочкой гулять. Ой, ветер. Сейчас будет шумно. Короче, все, бесполезно. Все, я уже отошла там, где поменьше дует ветер. Что я хотела рассказать? Мы с этой девочкой поедем в итоге ей набивать татуху. Не мне, я еще пока на такое не готова. Но поедем набивать, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что я впервые буду смотреть на такой процесс. Если кто-то смотрел, то прикольно. Я на самом деле сразу, как услышала, что тату, я такая говорю: слушай, девочку зовут Диана, говорю, можно я буду снимать? Потому что такой влог, ну, типа, я не вижу в этом ничего плохого. Интересно. Поэтому вот. Буду для вас снимать. И в этот раз действительно хочу снять по максимуму. И побольше, чтобы было интереснее. Не как прошлые влоги. Пошли сюда. Хотя вы так меня захвалили, то что эти влоги тоже классные. Мне очень приятно. Ну все. Я иду в прямом направлении. Дальше уже, думаю, сниму, когда уже с девочкой увижусь. Я наконец-то встретилась. Все началось. Почему я? Вот, все. Встретилась с Дианой, как я вам уже и говорила раньше. Диана собралась бить татуировку, и я у нее хочу ей задать такой вопрос. Какие ощущения перед этим? Правда, ветер у нас дует, и не знаю, слышите вы что-то? Я даже не знаю, типа, что бить. Не знаю, что бить, вот так. Да, я просто иду, не знаю, куда. Не знаю, что бить, и не знаю, вообще, насколько мне это выйдет, хватит мне вообще денег. Но... Короче, идем испытывать судьбу. Дошли с Дианой. Вот такие дела. Диан, как твое настроение? Мы выглядим прекрасно. Мы шли сейчас, где только одни машины, где нет людей, которые идут пешком, и девушки среди мужиков. Не говори, что нет. Я не лоханулась. Мы не лоханулись, но мы пришли не туда. Мы шли сюда почти 40 минут, 30 минут. Вот, пошел в жопу. Громче говори, громче, никого нет. Он как бы, типа, написал мне однажды адрес свой. Я всегда приезжала сюда. Она всегда приезжала сюда, вот. Вчера я у него спрашиваю, типа, какой у вас адрес? Вчера я говорю, какой адрес, да. И тупо он онлайн и не читает. Я такая, окей. Думаю, значит, наверное, тот же самый адрес. В итоге приезжаем, а адрес вообще не тот. Ну, типа, он тот, как бы, как я и приезжала в прошлый раз. Но оказывается, он переехал. Вот так вот и живем. Сейчас... А мы знаете, сколько вообще шли? А. Это ага, да, мы очень много шли. Сейчас мы, короче говоря, будем ждать его, когда он за нами приедет. У нас Диана VIP-клиент, он за ней подъедет. Да. Вот так. Наконец-то на месте, да, Диана? Да, спасибо. Все снова закрывается теперь. Конечно. Так, все прекрасно, прекрасно. Дверь. Ну, блин, не знаю. Нет, тогда было лучше, как показывали. Сюда, да? А если пониже? Сейчас она все выяснила. Ну да, что-то как-то тут интереснее смотрится. Ну вот. Готовы? Нет? Плохо. Скажи мне. Что ж, потекло? Как-то ощущение.
Все плохо или все хорошо? Короче, все, вышли. Диан, как твои ощущения? Давай расскажи теперь всем нормально на камеру. Ну, было больно, вот прям реально больно. Я даже не ожидала, что будет так больно. Я как бы на ребрах еще била татуировку, но мне было не так больно. А вот сейчас прям вообще капец, им как будто резали. Ну, в общем, такие вот дела, не бейте татуировку на... Мастер ключи. Прекрасный, на одной волне были с мастером. Ну, я тебе хороший, вообще соска. Замечательный. Сейчас вот кто-то отправит видео мастеру, и это услышит много приятных слов. Приятный человек, правда. Вызвали с Дианой такси, правда, в таком фоне гениально. Не дождались никаких маршруток, поэтому пришлось вызвать. Вот так вот. Поедем сейчас домой. Да, наконец-то. Угу. Нас прекрасно видно. Шикарно. Все, дома. Теперь можно отдыхать. И...